Всем добрый день. Далее прогноз погоды. Начинаем с Владивостока. В городе 23 градуса, сегодня облачно, дождь. В ветер южный, умеренный, температура 23-25 тепла. По краю дожди на юге и юго-востоке сильные, местами очень сильные осадки в воде. Местами туман, ветер южный, умеренный, температура воздуха 21 до 31 градуса. В Дальнегорске 21, в Дальнереченске и Спасске 26, обещают синоптики. Ну а теперь о курсе. Вот, доллар сегодня стоит 61 евро, 52,50.